студенческие игры вузов ПФО наряду с Нижегородской универсиадой – главные спортивные события, которые проходят под эгидой Приволжского студенческого спортивного союза. 22-28 октября на базе факультета ФКС ННГУ состоялись 15-е игры. 28 команд из 12 вузов поборолись в соревнованиях по баскетболу, волейболу, бадминтону и фитнес-аэробике. Мне очень приятно, что эта традиция сохраняется на протяжении 15 лет. Ровно 14 лет назад состоялся первый фестиваль спортивных игр вузов Приволжского федерального округа. Это послужило началом вот этой программы с созданием Приволжского спортивного студенческого союза. Это были первые мероприятия. Для студенческого сообщества Нижнего Новгорода с точки зрения физической культуры и спорта, сферы физической культуры и спорта, данные соревнования являются неоценимыми. Дело в том, что именно здесь происходит популяризация различных видов спорта. Именно это привлекает массово студентов вузов Нижнего Новгорода к систематическим занятиям физической культуры. Традиционные студенческие игры вузов ПФО из тех событий, которые создают настроение молодежного спорта в Поволжье. Здесь команды набираются опыта и получают боевой стимул, чтобы максимально раскрыться на российских и международных площадках. Так, как это делают участники сборной ННГУ по бадминтону, победители и призеры всех ключевых соревнований в своем виде. Вот в очередной раз и были участники из Сибирского государственного института, и из ближайших областей. И, в общем, как всегда, получили удовольствие и показали, на что мы способны сегодня. Я на первом курсе, когда играла, то была большая разница между вот университетами именно уровня игры бадминтон. То сейчас ребята действительно догоняют, появляются новые игроки, и вообще их становится, в принципе, больше. И это радует. Самый главный кайф в том, что лежит какая-то на тебе ответственность, ты представляешь свой университет. Чтобы повысить престиж молодежного спорта, Приволжский спортивный студенческий союз готовит новую концепцию его развития на ближайшие годы. Что касается соревнований, за календарем событий можно следить на сайте союза.